Приветствую всех на своем канале, с вами Сергей Димонов. За видеоролика отдых на каньоне. Меня друг пригласил, здесь очень красиво. Я здесь ни разу не был. Приятного всем просмотра. Как здесь красиво, а? Вода, говорят, вообще леденючая, холодная. Уже сюда мы будем, на бане будем купаться, а сюда будем вниз прыгать, а? Это вода минус 8 градусов, а? Капец, какая холодная. Видите, какое ощущение, а? Здесь красиво, а? Я здесь первый раз, здесь ни разу не было. Это на все просмотры. Там, видите, можно посидеть. Здесь вон беседка, там вон баня. Ну что, здесь прикольно. Водичка очень холодная. Здесь мост, видите, я на нем стою. Дальше тоже идет там уже ущелье. И вода протекает. Дальше может там подняться наверх. Сейчас, друга, подожду, мы пойдем к ним. Видите, вон у него семья отдыхает. Мне его родные его взяли. А место было, да что? Если можно, почему бы не поехать, а? Мне кажется, видеоролик записать. Все классно, видеоролик получится. Здесь реально очень красиво, а? Вот сейчас отсюда посмотрю. Вот отсюда, а? Видите, как красиво, а? Реально. Видите, какая чистая вода, вообще класс, а? Не знаю, буду, не буду нырять, там реально холодно. Вот оттуда мы шли, а? Здесь где мостик идет, а? Погодка сегодня офигительная, солнышко светит, самое то. О, тоже снимать будет. Да что классно. Я только паузу нужен. Давай, говори сейчас. Ребят, hello. Понятно, почему мы приехали отдыхать. Здесь красиво, вон, посмотрите, а. Видите, как здесь красиво, а. Вот так классная. Оттуда прыгать будем вниз. Здесь, мелкому можно прыгать, здесь высоко. Так что вот. Классно, видите, вот здесь вот баня находится, здесь потом дверь открою, правда, не видно ее. Здесь вот. Будем отдыхать, все такое, вон оттуда, вон флиш, шашлыки жарят, а? Скоро будет. Сейчас пойдем все равно прогуляемся. Сегодня здесь места здешние. Ага, видите, я по ступенькам спускаюсь. О, здесь красиво, вон, а? Все прикольно. Ой, ё-моё. Ага. О, видите, печально красиво. Ты будешь прыгать, нет? Я пока не буду прыгать, а, сюда. Я потом, может быть. Давай, там нет, вариант такой, что ты, если будешь мочиться, ты не прыгнешь. Я тебе реально говорю. Там только надо раз и резко пошел. Даже не решаю. Ты так говоришь, что ты не прыгаешь? Я откуда знаю? Ты... Давай, прыгай. Подожди! Прыгнул, ё-моё, вода холодная, капец, а. Блин. Ну все, он прыгнул, а? Ему по кайфу, а? Вот я не знаю, буду, не буду. Че, кайф на тебе? Да! Блин, там холодно. Да, я очень! А если ни разу не прыгал в жизни, прям холодно воду, а? Ты спроси, мне не загнусь? Второй шанс или нет? Блин, да, там реально холодно. Если я орал, по-твоему, что, тепло? Снимаем кепку. А ну тебя нахер. Ныряй. А кроссовки? Телефон давай. Да в них давай. Все равно намочишь. Не, они заклеили меня. Снимай тогда. А без них можно прыгать? Можно. Давай. Готовься, если сразу вылазить будешь пулей. Давай. Я положу здесь, снимать нас обоих. Потом. Как нас обоих? Ну ты прыгнешь, я потом отплывешь, я потом, давай. А кто будет снимать? Катя вон снимает. А без разницы. Давай. Да я не прыгал. Ну давай. Когда-то надо. Давай. Обещаю, потом будет жарко. Ладно, короче, иди в баню, я прыгаю. Прыгай.
дыхание перекрывает. Надолго перекрывает-то? Нет. Зато потом, знаешь, как тепло. У меня же все тело горит. Ложи телефон. На, не сними меня. Нет. Да давай лучше пусть Катя. А что боишься? Потом перебросим. Я ж на видео. Я ж на видео снимаю, серый, блин. А. Ладно, давай я сниму. Катя, с другой стороны, перемени камеру. Вот так. Вот. Потом нажмешь, где пауза. Давай. Вообще, я резко прыгнул, блин. Конечно, вода холодная, блин. А? Ты зафиг не замерз там, блин. Сейчас пойдем дальше, а? Или там все прыгают, а? Все, пошли дальше. Да, туда, туда. Исследуем место. Так аккуратно, не падай. Здесь я ни разу не был, он даже пакетик дали для телефона. Потому что там уже его намочить. Блин, дайте, она холодная, это вода, блин. Поначалу холод, сейчас нормально уже, а? Ну когда он нырнул, блин, что-то не знаю, кто иметь. Я думал, там осталось нафига. Да, здесь подниматься не ахти. Ой, палка, сразу говорю, палка прочная. Я так и понял, что она самая прочная. Да сейчас нормально уже, а? А у меня сразу было, ты видел, когда выходишь, а тело горит? Не знаю, у меня не горит. Ты не ощущал тепла? Эх, нихера себе. Ну, уго, пошли туда сходим, мы красиво, на этом нельзя, хотя бы туда немного пошли зайдем. Пошли посмотрим, чего. Сейчас, подожди, нифига, как здесь красиво. Да, нифига. Охереть тут пещера. Да, прикольно, правда, нифига не видно. А, ну дай меня в этой пещере. Что у тебя в пещере? Я тебя не могу заснять, у меня тебе только новое видео записать. А-а-а. Попробуй, говори что-нибудь. Ребят, мы обогреваемся в пещере. Наслаждение. Знаете, как кайфово. Да, бля. Все, погнали. Да, ой, блин, но здесь очень холодно, блин. Ну, когда выходишь, понял, когда ныряешь, поначалу холодно, а потом нормально становится, тепло, а? Мне уже тепло. А я тебе говорил. Правда, здесь спуск нифига неудобный, а? Вообще. Йо, как мы спустимся? Может, назад пойдем? Ну, а вот, спуститься можно аккуратно. Я тебя спущу еще. Да, а вот... Ну, слушай, пошли назад. А что ты? Мне кажется, вдоль воды будет лучше идти. Как это? По воде? А, то там, а внизу? Да. Ну, пошли обратно. Ладно, давай я уже спущу еще. Давай спускайся. Ну, спускайся, так, я уже спускаюсь. Просто я уже прошел почти, а. Я там буду тебя ждать, около бревна. Че, я уже спустился. Ай, колючка. Че мне уже? Сейчас я пока. Папа, смотрите, как здесь красиво, реально, блин, а? Это с первого раза мне так очень не нравится, а? Может, сейчас как-нибудь с семьей сейчас съездил, а? А, здесь я красиво, да, прикольно. Вообще, сейчас же бревно специально здесь переходить по нему, а? Я, наверное, не рискую. Сядь, ты решишь по нему пройти? А? А? Будешь по нему проходить? По кому? По бревну вот этому. Нахрен. Я не пойду. Пойдешь по нему? Да зачем? Я не пойду. Очково. На, еще упаду нахер, все. А что там глубоко? Ну нахер надо туда. Бревну. Ладно, пойдем. Пошли туда. Дальше. По ущелью. Блин, кроссовки намочу, а? Круто было. Поначалу я думал, я не смогу прыгнуть, я думал, вообще не прыгну, а? Ну правильно, слышал, как я орал. А ну нахрен, не от того, блин. Это, Дмитрий, это знаешь, что мне холодно будет, чем тебе, а? Холоднее, а? Эль, здесь очень классно. Ой, блин. Что? А, мы вот там они ходили, здесь не снимали, туда прямо идем. Или туда сходим, вот там, а там бревна, ты прямо. Ой, ё-моё. Ну да. Сколько поснимаю, сколько поснимаю. Потому что... А, блин.
Ладно, так пойду. И уже больше мы исследуем горы, как говорится. После ГС здесь везде нельзя снимать. Дальше уже я потом не смогу снимать. Придется и паузу нажать, или видео вырубить. Скорее всего, паузу нажму, видео не буду вырубать. Слушай, у тебя хорошее качество или не очень? Ну вот какое. Блядь. Может так кажется, ты его знаешь. Блядь, на телефоне на том, на Кате нам лучше. Ну ты сравнил, какой у него модель телефона, какой у меня, блин, где-то иметь. Я себе пенсию, что лучше. Ты бы сейчас сравнил, блин, то иметь компьютер, блин, на это, а? Не мой телефон. Вот так же быстро надо проходить, понял? Конечно, что какой у него телефон модели, какой мой телефон года. Я себе пенсию, что у него лучше. Вот будет у меня новый телефон, будет лучше. И через 5 минут тоже хуяк сразу мне хуй станет. Блин, какая-то она слабая. Палка охуенная, согласись. Да, блин. Раступай полным весом. Ё-моё, а дальше по воде. А, дальше ещё. А как я пойду? Ладно, сейчас паузу нажму. Давай, давай. Всё, пошёл. Я по воде пойду, я и пойду. Давай, он нахер глянулся, я нормально пошёл. Нет, да. Я сам спустился. Я что я не заснял ну, это? Ну мне, когда лично хочешь, не верь. Я сказал, ты услышал. Только я не заснял это, а? Твою медь. Надо было заснять какой-то ручей тёк у тебя сзади. Лёхи! Блядь! Охуенно, заебись! Блин! Ай, блядь! Боже, как охуенно! Я, блядь, такой... Ёбнулся! Блин, бока болят. Давай иди дальше. Я, блин, нормально пошел, он гребнулся, как обычно. Ой, блин. Ё-моё. Вот ты чурка. Так. Давай, скаловать бегем ты налево. В общем, мы дальше туда идем. Я пока ноги не намочил еще, а ты уже полностью гребнул уже туда. Давай, иди дальше. Иди дальше. Скалолаз твой налево. Это... Я играю на публику, ребят.